Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. В аварии, произошедшей недавно на трассе Амаси-Чиром, микроавтобус, в котором находились актеры, столкнулся с грузовиком, погибли три человека. Одним из них был близкий друг Джана, Ямана Толга Гулерюс. Джейхун Фёрсей, который был среди пострадавших в аварии, сказал последние слова своего друга Толги Гулерюза, пока тот восстанавливался после аварии. Актеры, отправившиеся на гастроли на постановку спектакля «Башдерди», попали в страшную аварию на шоссе Амаси-Чирум. Толга Гулерюз, Бурак Топчу и Азгур Караташ погибли на месте аварии, где находился рынок консервов. Актеры Мелисы Шитин, Джейхун Фёрсей и Серген Диведжи получили ранения. Серген Диведжи, находившийся в тяжелом состоянии, был доставлен самолетом в стамбульскую больницу. Джейхун Фёрсей, переживший аварию, был опустошен известием о смерти своих друзей. У Фёрсея, написавшего слова Толги Гулерюза, за 10 минут до смерти пошли мурашки. Джейхун Фёрсей произнес последние слова своего друга Толги Гулерюза. Известный актер Джейхун Фёрсей, пострадавший в аварии, также выразил сожаление в своем аккаунте в социальной сети: «Мне очень больно, но это не так. Я исправлю это через 2-3 месяца, но ты победил. Не будь там. У меня было так много мечтаний и надежд на будущее. Я должен жить с тобой. Я никогда не забуду тебя. Когда я это пишу, я до сих пор не могу в это поверить. Я очень сильно тебя люблю. Но это все». Джейхун Фёрсей сказал последние слова своего друга в разделе «Историй». Фёрсей заявил, что хотел подержать друга за руку за 10 минут до аварии, но не мог понять эту просьбу. «Ты это чувствовал?» — спросил он, дрожа. Джан Яман поделился публикацией Джейхуна Фёрсея в своем аккаунте в социальной сети. Она сказала, что не могла сдержать слез, читая это. Джан Яман также сказал, что хорошо провел время с Толгой Гулерюз и что он очень тяжело преодолеет смерть. «Красивый актер потерял друга, которого искренне любил. Это действительно разозлило его. Желаем Джану Яману поскорее избавиться от этой боли. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.